Привет, ребятки! Мы находимся в точке старта на Терновачке озеро. Это озеро я считаю самым романтическим местом Черногории. Находится оно на высоте 1517 метров. Как вы понимаете, увидеть его можно лишь с мая и по конец октября-ноября, то есть до первых снегов. Добраться сюда можно только пешком. Причем две тропы из Черногории считаются сложными, так как тут большие горные перевалы и большой набор высоты. Поэтому мы выбираем третью тропу, и она проходит через Боснию и Герцеговину. Ну что, мы дошли до этого места, покорили границу Черногории. Я вас приветствую, заходите, забора нет, милости просим. Вот там Босния, а тут Черногория. Тут евро, а там конвертибельные марки. Тут Никшечка, а там Сараевска. Я вам советую ехать через красивейший каньон Пивского озера и пройти границу в местечке Щепанполе и Фоча. Буквально километр, и там дамба. И вот уже широкое Пивское озеро. А тут 150 туннелей. На самом деле больше 50 туннелей. Паузу на обед мы сделали в ресторане «Антик». Хлеба нам принесли, давайте хлеб заберем. Очень вкусное крафтовое пиво оказалось. Ресторан, а в местечке под названием «Брод». И мы думаем, это вот вброд, потому что через реку, вот она течет река, Дрина. Или «Брод» — это в переводе «корабль» сербского языка. Вот это порция рыбы. Мы попросили маленькую, вот это маленькая, вот это большая. Видите, отличается как? Кто? Почти не отличается, я бы сказала. Вот это порции, конечно, вот это порции. Но есть тонкий момент. Пока вы доедете до нужной локации в Боснии и Герцеговине, наступит вечер. И здесь обязательно стоит переночевать, чтобы утром с новыми силами отправиться в поход. Мы выбрали апартаменты на вилла Стентиште. Утром мы позавтракали сами и выехали около 9. Ну а дальше нас ждало 18 километров пути до начала старта похода. Так что заложите около часа. Самое романтичное место в стране. Озеро Сердце. И знаете, нам босницы сделали подарок. Они положили асфальт. Сейчас... О! Лет 6 назад мы здесь были, асфальта не было. Поход на Терновачкое озеро мы начинаем в нацпарке Сутеска, это Босния и Герцеговина. Нацпарк еще известен самым древним лесом, ну, одним из, конечно. Что сказать, прекрасный лес. Говорят, один из самых древних в Европе, а реликтовый лес Перучица. То есть, видимо, как кусочек такой в нацпарке. Смотри, написано, если вы хотите полностью пройти через всю Перучицу, то только можно по заявке в национальный парк Сутеску обязательно с гидом. То есть, видимо, опасно. Но я думаю, зверье тоже есть. А на что тут хорошего? Во-первых, мы сейчас пойдем посмотрим на водопад, а во-вторых, на лес, а в-третьих, на три вершины. Маглич, Зеленгора и Волуяк, наверное. Тут где-то написано было. Да, Волуяк. В общем, три вершины ждут нас вон там. И там есть одно секретное красивейшее место – водопад Скаковац. Не оригинальное название, потому что в Черногории их тоже штук 10 скаковцев. В переводе это кузнечик. Тропиночка легкая. Идти 230 метров. Пойдем. А что вы там нашли? Грибочки. Грибочки. Съедобные? Грибочки. Не очень. Я думала, Леха поганку нашел. Уверяет, это чесночник. А ты ел когда-нибудь? Нет, ну короче, его собирают. Это съедобный гриб. Пахнет чесноком просто адски. Преимущество, то, что его можно высушить, измельчить и сыпать как приправу на супчик, оно будет давать запах чеснока, но не будет запаха во рту чеснока. Да? Он очень ядреный чесноком пахнет. Ань, ты потом с ним спишь после лучше, этого? Еще лучше, трава, которую собираешь. Не идите. Как ты его определил вообще? Черная ножка, его легко определять. Он похож на поганку с черной ножкой. Срываете и пахнет чесноком адски просто. Вообще. Грибники, пойдем. Слушай, Андрюх, мне... Корни, знаешь, что напоминают? Ноги у домика Бабы-Яги. Во, очень похоже, да? Как из сказки из детства. Осталось домик построить. И вот мы пришли на панорамную площадку, где виден водопад Скаковац. 70 метров высотой. И вообще тут красивые корни деревьев, природа. Птички поют. Видно, слушай, вон он.
Ну, конечно, его не видно прям по всей высоте, 70 метров, говорят. Немножко елки закрывают, но все равно вид бомба. Ты знаешь, мы видели больше сотни водопадов в нашей жизни. И на Бали огромное количество, и в Черногории, вот и в Боснии, и в Хорватии. Но каждый раз ты как ребенок, у тебя такие эмоции, радость, да? Как будто тебе конфетку подарили. Вкусно-вкусно. Это местечко Приевор. Здесь находится кемп, вот люди в палатках отдыхают. Ну, либо, как мы, приезжают на джипах, поскольку такое достаточно длинное бездорожье, 17 километров. Ну, а дальше пешком около 2 часа с маленькими паузами. Перепад высот небольшой, 300 метров у нас вверх и где-то 150 вниз. Горы, как видите, в июне красивейшие, в снегу, в облаках, в диких нарциссах, а еще в диких орхидеях. Пошли на озеро любви. Андрюх, знаешь, что мы нашли с Аней? Самое правильное место. Это лучшая локация будет на моей карте, да? Лучшая. Это парк пива. Но мы ходим правильно. Со своим. Все-таки нашли ландыши. А вот и Анютины глазки. Нам осталось немного, всего лишь на гору подняться. Честно, это самый сложный участок к озеру. Но ничего, сходим. А тут, смотрите, есть столик отдохнуть. Написано «не мусорить». Но тропа местами с речушкой, мокрая. У нас сейчас в июне. Сложно подниматься, короче. У-ху-ху! Ну что, дошли? Вот оно, сердечко наше, озеро Терновачка. Один минус, дождик капает небольшой, но есть. А здесь запрещено рыбачить, но разрешено останавливаться с палатками. Еще здесь сидит работник парка пива. Он берет оплату, об этом даже написано. Не знаю сколько, давным-давно был 1 евро. Поэтому берите паспорт и обязательно берите деньги. Все, идем отдыхать. Кофе-брейк, раке, все это тут наливают, можно купить. Оплатить надо 1 евро за вход в парк пива. Ракия невероятная. Траварица называется. Виды бомбы. Главное, никого кроме нас сейчас. Все ушли. Ну как, ребятки, вы счастливы? Решили подняться мы наверх, посмотреть панораму на озеро. А, смотрите, что я тут нашла. Какое же количество цветов. Просто невероятное. Вот сами домики. Тут живут два старичка с 1 мая и до 1 снега. От работников парка природы пива мы узнали, что весь май 23-го года лил дождь, поэтому и посещаемость озера была очень плохая. Мы же здесь были 4 июня. Тропинка еле видимая среди цветов, но есть маркировка. Маркировка такими красными стрелками. Или вон кружок. Гром гремит. Ух, нас сейчас дождь застанет. Написано «Видиковац». Это значит панорама, я так поняла, на этом холме. Наша финишная точка – панорама над озером Сердце. У нас, конечно, намечается дождь, ливень, гроза. Мы сейчас быстренько назад. Ну а вам обязательно советую, с одной ночевкой обязательно приезжайте на Терновачка озера и делайте самые романтические. Красота. Гром гремит, а мы на красоте. We'll be right back.
сейчас под ливнем идти назад, а там ручьи, камни. Вон все уже мокрые. Ну что поделать, надо идти. Озеро, мы с тобой не прощаемся, мы еще вернемся. Когда-нибудь другой раз. А сегодня пусти нас домой! После дождика вышел вот такой туман. Получается, у нас озеро ровно вот за этим холмом. Да, за холмом зеленым. Вот за елкой этой посередине, а там холм. За ним прячется озеро. Смотрите, еще одно облако. Почти дошли до точки финиша. И посмотрите, там вдалеке, где озеро разведнелось. Небо голубое, как будто и не было нашего дождя. Красота. Солнце вышло. Андрей не выдержал. Буду снимать. В Черногории более 30 горных озер, но Терновачка занимает особенное место в моем сердце.